Эти работы называются не ахти романтично, консервация. Ну что ж, термины, они и есть термины. Лишь бы трубы не перемерзли, да воду полностью слили бы из системы, да мусор вокруг убрали бы вовремя. В Рязанской мэрии нам сообщили, что на фонтаны будут установлены специальные конструкции, чтобы защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Надо полагать, что среда эта самая включает и нас с вами, горожан. Потому что в фонтан с водой народ лезет редко, только по большим праздникам, например, в день десантника, ну или по сильной жаре. А вот уж в чашу неработающего фонтанчик запрыгнуть, а главное бутылок да бумажек набросать под завязку – это всегда пожалуйста. Поэтому, товарищи рабочие, крепите защитные конструкции основательно. Время и люди непременно их в зимушку на прочность испытают, это уж будьте уверены. И для сведения тех, кто не в курсе, на сегодня в Рязани 7 действующих фонтанов. На площадях Театральной, Победы и Соборной, на Московском шоссе, Лыбецком бульваре и целых 2 на площади Ленина. Все они, заверяет дирекция благоустройства города, будут подготовлены к зиме в установленные сроки.